Поехали. Так. Посылка. Китай, AliExpress. Arduino. Комплектующие. Вот. Получается, там должна быть... Всем привет, кстати. А то я что-то... Сегодня 31 число. Просто. 31 декабря, поэтому я немножко... Немножко в потерянном. Посылка пришла за 24 дня. 30 ноября взял. 24 уже декабря уже у меня. Пришли вот такие вот фиговины. Вот. Вот такие вот коннекторы. Три штуки разных. Должно быть коннектор. Длина 20 сантиметров разных коннекторов. Вот. Итак, по поводу цены. Цена 63 гривны мне стоило на AliExpress. Ну, включая доставку, включая, естественно, доставка бесплатная. Вот, вот этот вот комплектик. Ссылку я дам внизу. Если бы я брал это все дело на Аукра и так далее, то это бы мне обошлось в 120 гривен, потому как каждая, не считая доставки, то есть доставка еще 25, то есть 145 гривен. Вот. Потому как каждая вот такой вот комплектик на Аукра стоит 40 гривен. Вот. Есть дороже, но самое дешевое это у Умкина 777, вот, за 40 гривен. Такие вот интересные коннекторы. И дело в том, что они разные. То есть, вот, так называемый мама, папа и мама плюс папа. Вот. У меня вот такие вот есть уже. Вот. Это папа. Но вот таких вот, вот такого типа не хватает. Почему? Потому как надо, вот, например, вот это вот очень подойдет подключить вот непосредственно TINS, это сюда, а это уже непосредственно на Arduino послать. Или же непосредственно вот этой послать туда. Ну, то есть таким вот макаром очень-очень удобно будет. Я вот именно поэтому я пока прекратил все свои тесты, все свои эксперименты, потому что у меня нет вот таких вот коннекторов, а паять напрямую я не хочу. То есть я хочу играться, я хочу, в общем, много чего я хочу. Вот, что еще такого можно сказать. Всем спасибо, всем, всех с Новым годом. Вот. С наступающим, в моем случае. Не знаю, когда это будет все рендериться и смотреться, но всем удачи!